Ну так, первое, что хочу сказать, что мы очень серьезно готовились к той игре. Знали, что Славия очень хорошо играет, что у них лучший бомбардир. Просто думаем, что сегодня была хорошая игра, открытая игра, так много моментов были и на стороне Славии, на стороне Динамо тоже. Просто мы использовали наши моменты, успели выиграть 3 очка. И я думаю, что то очень хорошо для нас. Мы готовились за это и просто думаем, что надо уже думать о следующем игре и быстро забыть то, что было с вами. Господин Лук, скажите, пожалуйста, сегодня в втором тайме забили футболисты вышедшие на замену, Яровский и Удоджи. Эти замены были запланированы вами? Ну, конечно, мы думаем по заменам, но просто не было запланировано, что в той момент и в той минут будет замена. Ну да, мы были готовы, мы знали, что наши фланги очень будут много работать и что будут ставшие, но поэтому те замены делали. Еще вопрос, Валерий. Скажите, пожалуйста, по игре Лаптева, как вам его сегодня игра, ведь он был зимой на просмотре «Динамо»? Ну так, он был на просмотре «Динамо», он был первый сбор с нами, поиграл, но проблема Лаптева, первый сбор «Динамо», что он пришел полностью не готов, просто не было время, 10 дней, это очень мало, посмотреть, какие возможности его, но что мне нравится, что он очень хорошо играет. Той полусезон, что уже попал в национальный тим, что очень легко использовать свои моменты. И я думаю, это очень хорошо за белорусский футбол, что такой футболист появится в чемпионате Беларуси. А Динамо не жалеет, что он не прибыл? Я желаю. Динамо желаю.